Ну ёб, ты из него мамонты сделал, блин. Трёшка, что ли? Трёшка, ёб. 3 килограмма, блин. 3,45 я. Охуеть. Всем привет, те, кто смотрит это видео. Сегодня еду в Костромскую область на подводную охоту. Сейчас еду через город Иваново. Там пересаживаюсь к ребятам в другую машину, они меня везут. Еду туда в первый раз, так что одному туда ехать не резон. Сейчас ребята все покажут, расскажут, как там охотиться. На днях они ездили, рыба была. Так что вот я решил тоже туда сегодня смотаться. В Иванове меня встретит Рома Болдов. Ссылка на его канал будет в описании этого видео. Видео снимается очень хорошее. Салют. Салют. Я пересел в другую машину, теперь везут меня на это место, где я не был ни разу. Сейчас посмотрим, половим. Поплавим, что там есть. На поплавок половим. Охотились в Волгореченске, рыбы немного, нормальный лещ, несколько нормальных щук. Сейчас вот такого леща завесим. Лещ хороший, почти с ласту. Фонарь так не очень подсвечен. Это у кого? Что там Ром надолбил? Чё, гун, стрелял? Чё-то фонарь как этот светит. Засветка. Что за фонарь был? Геопард. Да. Щучки килошечные. Где-то, да? Бери вот эту маленькую. Чуть побольше есть. Лещик, наверное, полторашечка, да? Вот этот, не, наверное. Меньше. Кило, да, снимали. Кило снимали. Слушай-ка, на озере такие по полтора весили. Сейчас ты его зависим, твой вообще кошмар. И не говори-ка нахуй. Блять, он просто, сука, слон. Давай без мента уже. 2200. Ну что, приступим? Блин, только надо будет светить на это. Иди-ка сюда, дружок. Ира.
Так ты из него мамонты сделал, блядь. Трёшка, что ли? Три килограмма, блядь. 3,45 я. Охуеть. 3 килограмма 45 грамм. Это Виталин. Это вам не карасей, блядь, в пруду ловить. Я такой в коптильню-то не влезет теперь. Пополам? Пополам. Давай мне, блядь, ничего с ним не делать. Ну вот. Это сегодняшний наш трофеев. Да. Че, все, хорош. Все, охота удалась, ни хвоста, ни чешуи. Да, ни хвоста, ни чешуи.